На конкурс «Дети читают стихи». Санникова Валерия, 8 лет. Стихотворение Юрия Воронова «Сотый день». Вместо супа бурда из столярного клея, вместо чая заварка сосновой хвои. Это все ничего, только руки не имеют, только ноги становятся вдруг не твои. Только сердце внезапно сожмется, как ежик, и глухие удары пойдут не в попад. Сердце надо стучать, если даже не можешь. Не смолкай, на наших сердцах Ленинград. Бейся, сердце, стучи, несмотря на усталость. Слышишь, город клянется, что враг не пройдет. Сотый день догорал, как потом оказалось, впереди оставалось еще 800.